В этом прямом эфире буду рассказывать о том, как сегодня написали в одном из наших чатов по здоровью, как 40 выглядит на 20, ну, хотя бы на 30, каким образом сохранить молодость своей кожи. Давно я очень хотела рассказать о той косметике, которой я пользуюсь с прошлого года, с июля месяца. И очень уже хочется прям поделиться, потому что когда каждый день ею пользуешься, вот прям вот распирает от того, насколько это приятно на теле и насколько вот прям хочется ею пользоваться. Меня зовут Алена Верц, я вещаю из города Гамбург, Германия. Я занимаюсь здоровьем, я консультант по здоровому образу жизни. Уже 8 лет я очень плотно занимаюсь своим здоровьем и помогаю людям выглядеть хорошо, чувствовать себя хорошо, иметь много энергии и вообще понимать, что наше здоровье и наша красота в наших руках. Да? У меня очень много в потребителях женщин, поэтому понятно, что мы, девочки, очень любим какую-то хорошую косметику, но есть и мужчины, которые понимают, что в наше время очень хорошо, да, ими пользоваться какими-то вспомогательными средствами, той же косметикой, а не только что-то делать для внутреннего. То есть у нас сегодня в основном о внешней стороне, хотя в конце нашего эфира мы поговорим с вами и о внешнем, и о внутреннем. И, ну, у кого будут вопросы, могут, конечно, вопросы задать. Ну, не будут вопросы, пообщаемся потом по другим каналам. Вот, ну вот Михаил пишет, что он косметикой пользуется и действительно против морщин, знаешь, ему 62 года, и он с удовольствием использует ту косметику, которую использую и я. Итак, смотрите, очень глубоко, почему нужна косметика, что и как, я сегодня не буду говорить. То есть это вообще тема отдельного эфира, когда мы можем рассуждать о том, вообще нужна ли нам косметика, да, и какая. У меня есть на YouTube-канале вебинар на эту тему, где действительно я рассказываю о важности защиты кожных покровов, о том, как избавиться от акне. Там немножко еще другая косметика у нас. Сейчас же в Coral Club вышла косметика профессионального уровня, и именно об этом сегодня тема нашего эфира. Вот. А именно, ну, мое мнение, и я всегда это знала, и всегда этого хотела, что понимала, что нашу кожу нужно защищать, но нужно только понимать, каким образом. Да, еще очень такая большая тема – это антиэйджинг. Ну, многие хотят действительно как можно дольше выглядеть хорошо, свежо, чтобы было приятно на себя смотреть и на других. Итак, давайте посмотрим, что у меня есть. Почему еще? Откуда у меня эта косметика? Эту косметику мне подарили мои наставники в коралловом клубе, Ольга Майснер, Андрей Колесниченко и Марина Татьмянина в прошлом году. Торжественное произошло вручение, когда я получила статус мастера. Это было очень-очень приятно. Выдавали по одной баночке и говорили какое-то приятное слово про меня. Это было очень-очень душевно, и с тех пор я регулярно пользуюсь. Ну, я всегда думала, что, ну, у меня была, естественно, какая-то косметика, я думала, этого будет достаточно. Но когда я начала пользоваться косметикой Privilege, я поняла, что, вау, оказывается, косметика косметики, даже натуральной косметики рознь. Нужно пользоваться, конечно, смотреть, чтобы косметика была натуральная, чтобы она была без всяких минеральных масел, без каких-то добавок, которые действительно забивают кожу, не дают ей дышать. Но это одно. Но что и на этом уровне есть разные-разные уровни косметики, и вот Privilege, она стоит для меня теперь на очень высоком уровне. Ну, действительно, вот утром встал, вот вечером намазался, утром встаешь, ну, выглядишь
Вот если регулярно пользуешься, действительно лучше и лучше. За эти вот чуть больше полгода я заметила, как у меня кожа стала еще более светящаяся, наполненная. Что даже зимой, ну что у нас зимой, солнца нету, да, мало мы бываем на свежем воздухе, и тем не менее кожа, она вот видно, что было и что стало, то есть было уже хорошо, потому что в Краун-клубе я свои проблемы с кожей действительно порешала, у меня было и акне, как я всегда, да, шутила, я в этом посту написала, вот еще прыщики, а уже и морщинки начинаются, и ты понимаешь, что хочется-то, ну, чтобы было, ничего не было, и чтобы кожа была подтянутая. Вот давайте я вам покажу, что, чем я пользуюсь. И эта косметика, она у нас идет из Лос-Анджелеса. То есть были очень долгие поиски и разработки от Кораллового клуба по поводу того, какую косметику нам предложить. Хотелось, у нас есть сейчас еще часть линии косметевтики, но именно вот профессиональная косметика, антиэйджинг, она была долго, Кораллов клуб был долго в поисках и в разработке. И вот они нашли в Лос-Анджелесе эксперты, те, кто работают с известными звездами, с актерами, певцами, певицами и так далее. Вот они для Кораллового клуба взяли свои наработки и разработали для нас эту косметику. Эта косметика от ведущей косметической лаборатории Cosmetic Laboratories. Когда вы заказываете у нас косметику, вы получаете вот такую книжечку, да, вот есть у меня она на русском, в Германии вы ее получаете на немецком, соответственно, языке, но можно и на русском получить, если попросить. Вот, и эта лаборатория, она создает уходовую косметику высокого мирового уровня, но для нормальных людей. И так как эта косметика идет еще и через Кораллов клуб, то мы простые, в принципе, люди, которые, ну, мы имеем доступ к тому же качеству косметики, что и мировые звезды, люди мирового уровня, но в то же время мы можем это себе позволить. И это очень классно. Все разработки ведутся в собственных лабораториях. Производство отвечает стандартам GMP. Кто не знает, потом можем рассказать, что это такое. Но это одна из высочайших стандартов качества. Далеко не все фирмы это уровень могут выдержать. Вот. Поэтому вот давайте посмотрим, что здесь есть. Что еще? Вот, да, смотрите. Ну, как и во всей косметике, здесь у нас есть очищение, уход каждодневный, антиэйджинг и, конечно же, чтобы сделать кожу более свежей. Наша косметика, она основана на кофе, на зернах кофе Кона. Эти зерна кофе Кона, кофе растет на Гавайях, на склонах. И, ну, можете потом посмотреть еще ролик на эту тему. И это биологическо качественное сырье. Вот, то есть на благородных, богатых почвах произрастает кофе Кона. И на этой основе создана эта наша косметика. Вот, то есть экстракты и масло кофе Кона. Вот. А вообще косметологи по всему миру очень ценят именно кофе, да? Ну, может, уже слышали, там, возьмите кофе, от кофе, вот, что у вас осталось, и нанесите себе на лицо, вот, сделайте пилинг. Вот. Еще, может быть, прям немного, потому что я сейчас не буду очень глубоко вдаваться, именно что такая наша косметика во все-все тонкости, но коротко. При производстве нашей косметики используется кофейное зерно Кона. Это особый сорт, который произрастает на острове Гавайи. И согласно многим научным современным исследованиям, кофе Кона, именно зерна, обладает мощным антиоксидантом.
активным эффектом, да, то есть кожа становится более упругой и более ухоженной. Так, дальше, да, вот, то есть используются зерна и кофе. Так, что у нас есть, смотрите, вот такая вот она у нас красивая, вот действительно, вот красиво это все выглядит, профессионально присылается это вот в таких красивых пакетиках. Есть еще, да, здесь вкладывается книжечка, и, ну, приятно, знаете, красиво, приятно. Вот, когда мы распаковываем, вот это вот, например, молочко. Молочко для умывания. В первую очередь нужно очистить лицо. Это мы делаем с помощью молочка и с помощью тонера. Вот, это как первый шаг. И потом уже в зависимости от того, сколько вам лет, потому что нашей косметикой можно спокойно пользоваться, ну, лет с 20-25. То есть чем раньше мы начнем, тем лучше будем дальше выглядеть. То есть у нас нет такого ограничения по возрасту, вот вам 40 лет и вы начинаете, можно начинать гораздо раньше. Просто если вы помоложе, то вам нужно очистить, и, например, вы используете утренний и ночной крем. И этого часто для молодой кожи бывает достаточно. Вот. И крем у нас есть под глаза. Если мы уже постарше, то мы используем еще дополнительный серум. Есть у нас серум для глаз, да, в такой маленькой тоже коробочке, как и крем для глаз. И есть у нас серум для лица. Ну, лица и шеи, и, соответственно, декольте. Когда мы открываем, вот мы видим, смотрите, она практически, ну вот косметика правильная, она не должна быть очень белая, она не должна быть вот неестественных цветов. Здесь прям видно и пахнет хорошо, немножко кофе, немножко добавки есть, гиалуроновой кислоты, чай и так далее. Вот, и в принципе вот этого набора вам хватает. Еще у нас есть одна классная вещь, это кофейный скраб. Вот, кофейный скраб. Сейчас я вам покажу. Тоже пахнет кофе. Кто любит кофе, но хочет от него отказаться, намазываете, вдыхаете. А, как вкусно. А вот, так как это профессиональная косметика, здесь надо, ну, не очень видно, наверное, да? Ну, прям видно, что это мое, поэтому я туда пальчиком залезу. Хотя каждому крему у нас кладутся вот такие вот ложечки, что очень удобно. Да, ну, может быть, вот видно. И очень нежное отшелушивание происходит. Так как это косметика профессиональная, нужно аккуратненько пользоваться. Но из тех, кто уже пользовался, у меня только позитивные отзывы. Но, ну, что вот у меня, когда я помою, когда я наношу, например, тот же скраб, прям вот через буквально одна минутка ты прям вот чувствуешь, как вот тебя вот здесь вот начинает все вот как бы двигаться. И, да, то есть кроме того, что отшелушивание происходит, происходит то, что кровообращение в лице начинает улучшаться. Вот, это здорово. Вот. Молочко очень нежное, его нужно немножечко. Мне хватило вот этого вот практически, ну, почти на полгода, ну, где-то на 5 месяцев, если использовать его утром и вечером. Вот. Также и крем примерно, ну, месяца на 5 мне хватило, да, крема для лица. И когда вы вот его наносите, оно все мягко впитывается, и прям вот кожа становится такая мягкая, ничего тут не клеится, ничего не забивается, разглаживается. И даже если у вас есть проблемы с кожей, ну, они начинают уходить, эти проблемы. Но об этом вам расскажет еще другая девушка, которая сейчас выступит. Вот. Если, например, говорить о ночном креме, он вот такой вот, он такой светленький, беленький, он кофе мне пахнет, он пахнет цветочками. Я, когда им вечером мажусь, я готова его даже скушать. Ну, очень приятный запах. То есть он такой нежный-нежный. Многие не любят сильных запахов, и они не должны быть сильные запахи. Сильные запахи в косметике – это тоже подозрительно. Да, значит, там напихано столько парфюма, что тоже не очень полезно для кожи. То вот
Здесь вот такой нежный-нежный цветочный запах. Так, вот в книге очень все хорошо описано. И кроме экстрактов и масла кофекона, у нас, да, все сейчас знают, гиалуроновая кислота входит в нашу косметику, морской коллаген, пептиды, особая форма витамина С. То есть, ну, вот даже у тех, у кого, может быть, какие-то аллергические реакции на коже, они говорят, что вот мы наносим, и все равно хорошо все вот усваивается кожей. Вот. Алоэ, асаи, зеленый чай, экстракты морских водорослей. Это то, что, в общем... Еще один момент, который я бы хотела сказать, это вот этот тонер. Ну, иногда думают, я вот дорого. В конце я еще скажу, сколько это все стоит. Да, вот наш тонер, я что заметила? Я тоже сначала подумала, думаю, о, такая маленькая баночка, у нас до этого другой был. Так это я сейчас использую так быстро. Его, вы знаете, насколько хватает? Вот это одного впрыскивания на ватный диск, и оно имеет такое свойство, что ты можешь протереть чуть ли не вот и лицо, и шею, и зону декольте, и этого хватает. Я просто вот тонер, насколько я была уверена, что он у меня кончится в первую очередь, он действительно у меня остался, вот надолго его хватает, и после него часто тонером, если попользуешься, вообще знаете, почему тонером нужно пользоваться? Да? Если у нас останется время, я расскажу. Вот протирают лицо, ну, то есть мы умылись, молочком умылись, и вот чтобы убрать остатки, вот мы тонером и пользуемся. И часто, если тонер не очень хорошего качества, протираем, и кожа прям сухая такая становится. А здесь протер, и у тебя нету этого чувства сухости. И от молочка нет чувства сухости. То есть вот эти пенки для умывания, сколько я пользовалась, у меня все-таки всегда оставалось немножко ощущение сухости. Вот. Да, я вам, в общем, рассказала сейчас о том, что у нас есть, какая у нас, да, есть косметика. То есть здесь получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 наименований. И вам вот так вот за глаза хватит примерно 30-40 лет 8 баночек для того, чтобы действительно поддержать свою кожу. Но сегодня я хочу, чтобы нам рассказали об ощущениях своих еще несколько человек. Это мои тоже партнеры, коллеги. И когда рассказывают о том, что какие они результаты получили, то от этого получаешь тоже сама же удовольствие. Говорю, я очень довольна тем, что у меня кожа больше не сохнет, что у меня нет раздражения, что если я вижу 2-3 дня очень регулярного пользования, иногда же бывает, что не совсем регулярно пользуешься, у тебя прям вот кожа начинает аж вот светиться, поры уменьшаются, да, и эта косметика, она не... Знаете, есть косметика, которую намазал, и типа все вот так разгладилось сразу. Я не фен такой косметики, потому что под большим еще вопросом, что это за золотая таблетка, от которой все сразу проходит. Я за каждодневный уход, правильная косметика от действительно специалистов, которые не просто там хотят что-то такое выпустить, денег заработать, а качественно работают. Так, ну все, давайте я сейчас приглашу сюда очень симпатичную, приятную девушку, Ольгу Шахшнайдер. Оля, с Олей познакомилась 2 года, она тоже живет в городе Гамбург, но она сама коротенько представится. И мы когда с ней познакомились, ее, конечно, самая большая проблема была, одна из самых первых вопросов был, что мне делать с моей кожей. Да, Миш, кожа, вот она более свежая, она как будто вот напитывается, причем за довольно-таки короткий срок. Ну, все-таки время нужно, но уже через несколько дней виден этот результат. Вот. Ну и у Ольги реально были проблемы, но о каких она сама расскажет. И
Вот буквально мы с ней неделю назад виделись. Она говорит: слушай, Ален, я не ожидала, ну вот такое вот. Я говорю: вау, давай, Олечка, рассказывай, я сейчас тебя присоединю к нам. Ой, Пожелай. все, я вот нажатая, да? Да, тебя видно, Да, слышно. Надеюсь, хорошо, да. интернет сейчас сработает так, как надо. Да. Добрый вечер уже. Я немножко приболела тут все-таки. Бушует у нас тут в Гамбурге такой вирус. Но я попытаюсь все-таки рассказать. Да, как Алена сказала, мы познакомились с ней вот практически, вот будет в марте 2 года, как мы с тобой познакомились. И моя, конечно, видимая проблема. Есть видимые проблемы, есть невидимые проблемы. Моя видимая проблема была, конечно, кожа. И с этой проблемой, это кто-то такое имеет, у кого оно есть, наверное, поймет меня сразу или вообще понимает, что... Ну, это очень некомфортно. Это постоянно надо, ну, я скрывать это, или как-то там косметическими средствами замазывать. И это, ну, короче, много не говорить. Это была проблема номер 1 на тот момент для меня. Потом. Еще потому, что никто не мог мне сказать, почему. Вот идешь к врачу, он, ах, ну. Да. Ну, вот намажьтесь вот этим вот. Ну, с каким-то кремом, который у него там куча всяких побочных эффектов, но, ну, помажьтесь, пройдет. Ну, и хочу еще сказать, что я в основном уже последние года, ну, никаким кремам не доверяла. То есть никаким, ни дорогим, ни дешевым, ни с аптеки, ни откуда, потому что я боялась, я вот действительно боялась что-то еще сделать хуже. Извините. Да, и поэтому, когда я познакомилась с Аленой, я, конечно, начала сначала очищение, ну, как по концепции здоровья, все, кто это знает, конечно, это А и О нашего кораллового клуба. Но кожа почему-то вот, ну, не хотела улучшаться. Вот, ну, как-то она вот так вот не хотела. Ну, была там пару дней получше, но никак не это. Ну, и потом вот я помню, косметику эту новую представили, по-моему, летом, да? По-моему, это была презентация даже, вот когда еще. Ну, и, конечно, ну, могу сказать, что на тот момент для меня была, конечно... Ну, не то, что даже цена смущала, но, конечно, она подороже, чем там, в Росмане купить или в Будниковском, или в той же аптеке. Но еще я вот действительно боялась нанести что-то на кожу. Ну, потом вот, когда начали первые отзывы выходить, то они все были практически хорошие, ну, как практически, они все были хорошие, и я стала подумывать, ну, все-таки мне надо приобрести, все-таки мне надо попробовать приобрести, и на Новый год или на Рождество здесь, в Германии, я сама себе купила подарок, заказала все, заказала все 8 баночек и сделала, положила их под елочку, это был мой подарок мне, для себя любимой, вот, и... Когда я их получила, я, конечно, их все сразу пооткрывала, понюхала, но все-таки еще боялась пробовать, думаю, блин, а вдруг какая-нибудь аллергия пойдет или что-то, ну, что-то вот, что-то непонятное. Я все боялась. Ну, и потом все-таки после Нового года, после всех этих праздников, начала принимать, ну, мазаться. И буквально после... Я могу сказать, после 3 дней, вот я уже стала замечать, что моя краснота, у меня уже было мое подозрение, я себе поставила, что у меня нейродермит. Вот честное слово, у меня вот такая кожа была. Алена меня видела, там другие меня, Оля видела, Миша меня видел, что действительно кожа была местами вот именно такими вот как
местами как шелушилась, местами красная, ну, короче, ужасное было состояние. И буквально через 3 дня я уже стала замечать, вау, что-то тут не то, что-то тут действительно какая-то, как Алёна говорит, волшебная таблетка, ну, в хорошем смысле. И я вот я могу сказать, я просто очень довольна. Сейчас у меня эти баночки стоят в ванне, в ванной комнате, и утром первое время я, конечно, да, первое время, они у меня даже еще в этих в картонках стоят. То есть для меня это целый ритуал открывать эту картонку, доставать эту баночку, брать эту, да, брать эту палочку и намазывать. И вот и я сначала думала, что это будет очень долго все-таки, пока ты утром или пока ты вечером сделаешь это все. Но я могу сказать, вот очень быстро. Вот очень быстро. Действительно, этот берешь вот сначала молочко, раз, хватает буквально одного пшика. Ну или когда там, например, если была косметика на лице, то я буквально делаю 2 пшика и все. И да, вот это прекрасное молочко, оно нисколечко, вот я могу подтвердить на все 100%, оно нисколечко не сушит кожу, оно очень приятно пахнет, оно такое замечательное молочко. И потом быстренько, ну, смотря, конечно, вечером это только сера и ночной крем. Могу я сказать, что вот желательно не совсем на ночь это делать. То есть не тогда, вот как ты пошел спать, потому что, во-первых, ну, некоторое время этот крем еще остается на коже, и очень жалко, если он вытрется от подушку. Ну, для меня, по крайней мере. И еще что, просто понаслаждаться, как оно очень приятно пахнет и какое действие производит на коже лица. Вот поэтому я это стараюсь делать не совсем, вот когда зубы чистить и наносить это все, то есть немножко пораньше. Да. А утром это для меня тоже стало как бы ритуалом. 2-3 раза в неделю я стараюсь скрабом пользоваться. И даже если сейчас, если я там день пропущу ночную, дневную, утреннюю процедуру, то ничего плохого со мной не происходит. То есть не высыпает сразу ничего. Вот. И я очень довольна. Я вот и могу советовать каждому то, что она очень долго, ну как, пользоваться ей очень долго, ну, я думаю, потому что я принимаю вот ее, ну как, ну, принимаю, все так слово такое принимаю, что я пользуюсь ей с января месяца, и считай, вот январь, февраль, ну, будет 2 месяца, но у меня ощущение, что у меня еще ничего не, я не ушло вот с этих баночек, вот так вот. Даже, я не знаю, даже половина, даже треть, честно, я не ушла. Я все думаю, блин, вот, когда, вот для себя, когда же она закончится? Не то, что я хочу что-то другое пользоваться, но просто интересно, когда же она вот действительно закончится. Вот. Покупайте, тем более сейчас в феврале на 15% дешевле. Я ее тоже по акции купила тогда на Новый год. Там были они наборами, и, по-моему, 15 или 25% даже на них была скидка. Я вот точно сейчас сказать не могу. Ну, честно, очень-очень довольна, вот честно. Вот такие вот мои... Вот, спасибо, Оль, да, очень, мне очень приятно. Да, вот, спасибо тебе, что ты... Пожалуйста. Мы, конечно, не лежим по 2 недели в кровати, но иногда прихватывает какой-то вирус. Нужно пару дней, чтобы... Пару дней, это просто уже голос... Все остальное, это уже все, да, это просто голос. Продуктами, да. Концепцией, вот, но то, что у тебя действительно ты просто-напросто вот, посвежела и похорошела, вот это видно. Вот это, как говорят, на лицо, вот реально на лицо. Вот, это очень здорово, спасибо, вот, что ты сказала еще вот этот, что... Много времени не надо, как некоторые говорят, вот это вот надо вот там намывать. Да не, помыл. Да. Нанес все там за полчаса там до того или до того. Все, это нужно буквально, я не знаю, я и крашусь утром, ну 10-15 минут на все уходит. Да. Вот, то есть это не нужно много времени. А? Спасибо, что ты вот это тоже. Вот, так что супер. Да. Дальше как держать, если у кого-то будут вопросы. Супер, что клуб такую косметику выпустит для смертных, для нас смертных.
для нас, красивых, ну, там, ну, и не сидим на больших горах Голливуда. Да, да. Моя мама тоже сказала: Оля, ты так светишься внутри. Я говорю: ну вот, и вот она сейчас, у нее тоже какая-то супер косметика заканчивается, и она сказала, что следующая косметика — это будет косметика с клуба. Я говорю: пожалуйста, скажи только мне, я все закажем, все сделаем, все объясним. Вот, так что... Что еще нужно женщине, да? Мы, конечно, всегда совершенны, независимо от возраста и обстоятельств, но если у нас есть возможность повернуть время вспять, улучшить кожу, кстати, у кого будут вопросы, можете Оле тоже напрямую в директ писать, потому что человек, когда сам с кожей справился, он и другому человеку очень хорошо может рассказать, что это, да? Еще коротко я хотела сказать. Я когда начала видеть эти улучшения, я подумала почему-то, ну вот почему я раньше вот не купила? А потом подумала, всему свое время, значит, может, была не готова еще действительно, как-то не стала на себя... ругаться, и почему я полгода назад не купила? Ну, значит, не купила, значит, на это были причины. Ничего, ну, все равно ты много для себя делала, да, заброс да. был наверх сделан, да, и поздно этот запрос к тебе пришел в виде реального хорошего решения. Да. Вот. Так что здорово. Вот. Хорошо, спасибо тебе. До следующего раза что-нибудь нам расскажешь в следующий раз интересное. Хорошо, обязательно. Да, ты можешь... Сейчас я приглашу мою маму Елену Рулеву. У нее очень тоже огромный опыт с тем, как ухаживать за кожей и вот хорошо видно, все видно, слышно. Вот, она поделится тоже некоторыми моментами и еще расскажет про коллагены изнутри. Ну да, это добрый вечер всем. Ну, косметика привилегж, да? Когда мы ее очень ожидали, и был промоушен очень замечательный этой косметики, и люди, которые уже пользовались в течение там года, ну, где-то 9 месяцев, год, вот, да, наши топ-лидеры, они опробовали, они на себе это использовали, и, конечно, там был такой промоушен, что мы сидели как на иголках и ждали, когда же это придет, когда же это придет. И когда появилась... Да, да. И когда появилась эта косметика, конечно... Ну, я не сразу все взяла, но думаю, как-то, ну, новое там, хоть и промоушен хороший, но у меня все-таки кожа там не молодой девочки, да, а все-таки я как-то уже, ну, подхожу к выбору косметики, кремов для кожи уже более так тщательно, да, поэтому я взяла сначала там, ну, по-моему, молочко, тоник, вот, да, попробовала крем для глаз, и потом через какое-то, ну, попробовала, и через какое-то время, естественно, уже взяла и всю остальную вот эту косметику Privilege. Ну, что я хочу сказать, сейчас много всего говорили про нее, да, это замечательная косметика, это просто слов нет, это, я не знаю, я сравнивала по ценам, допустим, есть очень хорошая уходовая косметика фирмы японская, не, сейчас не скажу, какое название, но какая-то там очень... Корейская, да. Но да. Вы знаете это, да, вы знаете, допустим, наши вот лидеры, которые пользовались, я не пользовалась этой японской косметикой, но кто пользовался этой японской косметикой и сравнил с косметикой Privilege, то, конечно, ну, даже и сравнивать нечего. Косметика Privilege на порядок больше, а в цене чуть ли не в 3 раза дешевле. Вот, это вот, да, то есть я потом сама зашла в интернет, я люблю сама все смотреть, изучать, зашла в интернет, посмотрела, сколько стоит эта японская косметика. Ребята, ну вы знаете, допустим, баночка там 15 тысяч рублей меня в восторг не привела. То есть это я не знаю, это надо, ну, зарабатывать в месяц, ну, да, сколько денег, да, чтобы... Да, чтобы, допустим, за 200-300 долларов, ну, за 200-300 евро, да, покупать баночку, одну баночку какого-то там суперфантастического крема. У нас это, конечно, в разы меньше. Но тут даже дело и не в цене, а вот именно в ценности. Ценности вот этих компонентов,
и где это было сделано, и как это все это вот, ну, как это все вот синергичность вот всех компонентов, она вот просто вот наши косметики Privilege просто зашкаливает. Но я про все не буду говорить, я остановлюсь немножечко поподробнее на сыворотке. Что такое сыворотки, да, и для чего вообще нужны сыворотки? Ну, казалось бы, ну что, умылся, да, помазал там, там тоником, там тонизировал кожу, да. Вот мне интересно, Алена, как ты говоришь, не тоник, а как? Тоник. Да. Да, и я когда про сыворотки читал, ну да, конечно, у нас же тоник. А и на немецком тонер. Я вот она, тоник, да. Ну и та же самая сыворотка, да, на немецком, да, на немецком сыворотка с серум, да? На английском серум, да. Ну там и на английском написано, ну у нас сыворотка. Так вот, сыворотки, точно, для чего они вообще нужны? Для чего нужны сыворотки? Сыворотки – это такой вот концентрат вот мощных, суперактивных веществ, концентрат. Если, допустим, в креме они как-то так вот мягче действуют на кожу, то сыворотка – это, знаете, такой вот активный, интенсивный взрыв для кожи. Вот это так его можно назвать, самый натуральный, биологический интенсивный взрыв. Что делает сыворотка, да? Она при малейшем… Сыворотки много не надо. Она при очень маленьком количестве проникает в дерму, в липидные слои, сразу же глубоко в кожу, туда глубоко в кожу, и делает там свое хорошее дело. И через, допустим, 3-4 дня уже применения сыворотки, вот этот вот верхний слой кожи, он отшелушивается, да, и кожа светлеет. Все вот эти маленькие неровности, морщиночки, они выравниваются, да. Вот. А если, допустим, применять, естественно, все это в комплексе, то эффект будет в разы больше. Но вот что хочу сказать, сывороткой желательно пользоваться, ну, где-то только после 40 лет. До 40 лет постоянно и интенсивно, регулярно сывороткой пользоваться не надо. Ее, ну, можно там где-то там так периодически применять, вот, да, ну, вот, допустим, там, ну, я не могу сказать, там, раз в неделю, раз в две недели, да, ну, изредка, иногда, вот, смотри, для... Там, ну, для какой-то свежести, да. Ну, а вот, конечно, уже после 40 лет. Ну, а нашим, мне кажется, коралловским девочкам можно это даже после 45, даже после 50. Да, вот, потому что кожа напитана изнутри и водой, и протеиновыми коктейлями, и очищением кишечника, оно, естественно, все на лице отражается. Как у нас вот говорят же, что, допустим, что такое кожа? Это самый последний выделительный орган. Если у вас кожа что-то не в порядке, то это 100%, то внутри у вас идут какие-то там процессы не очень хорошие, которые надо наладить, которые надо там это. Так вот, про сыворотку. Естественно, мне уже далеко-далеко за там и 45, и даже 50, да. Вот. И, естественно, конечно, я сывороткой пользуюсь каждый день, да. Это, то есть, ритуал у меня однозначный, ты умываешься пенкой, протираешь лицо тоником, да, и еще на влажную кожу. То есть еще одно такое хорошее правило: никогда нельзя на сухую кожу накладывать ни крем, ни сыворотку, только на влажную. Только. То есть когда вы попользовались тоником, ни в коем случае нельзя ждать, пока этот тоник высохнет. То есть он чуть-чуть подсох, и уже можно наносить сыворотку. Там буквально вот прям на лопаточку, на кончик пальца, вот так вот, да, и вот так слегка-слегка вот так вот ее прям размазать. Ее не надо втирать, ее не надо там прям как-то массировать. Ее просто вот так вот слегка размазать. Вот, и потом, конечно, когда эта сывороточка уже подсохла хорошо на лице, да, уже, да, вот уже наносить уже крем. Там дневной или ночной, вот на глаза, вот, да. Да, вот. И уже наносить крем, и уже, конечно, такими легкими движениями массировать, и вот все вот в таком духе, да. Вот. И вот я на самом деле вижу, после применения сыворотки
кожа выравнивается, глубокие морщинки уходят, вот, да, подтягивается все, вот, да. Ну, мне все-таки это лето достаточно, но я еще ни разу не делала операции, никакие подтяжки там век, ничего не это, вот, да. Ну, и надеюсь, что все-таки с косметикой привилишь, и я еще долго этого делать не буду. Вот, потому что она, конечно, уникальная, уникальная. Почему нельзя, да, на сухую кожу наносить крем? Да, почему? Потому что, понимаете, это идет физиологический такой процесс. Когда, допустим, сухая кожа, сухая, она уже, ну, я не могу сказать, что она прям как типа пленкой покрывается, да, но проникаемость крема в сухую кожу снижается в разы. А когда кожа увлажненная, пусть даже водой, пусть даже вы не пользуетесь таким поэтапным, да, допустим, вот, ну, способом нанесения косметики, а вы просто умылись какой-то пенкой, водичкой, и пока кожа влажненькая, нанесите крем. А если, допустим, ну вот нашим кофейным кремом, вот кофейным, честно говоря, мне жалко очень делать массаж лица, только легенький, да, вот такой вот, да. Но у нас есть еще, да, у нас есть еще одна косметика анти-эйдж, да, она, конечно, более бюджетная, а вот там как раз-таки крем, я его вполне, вот я им делаю массаж лица. И вот, конечно, на влажной коже это прям до такой степени хорошо, вот все это впитывается и все. Вот, то есть вот эти молекулы воды, они способствуют более активному прониканию это, крема в кожу, чем если бы это была просто на сухую кожу. Вот, всего, да, вот, так что вот, ну, все, я заканчиваю. Я могу тоже много говорить про эту косметику, она мне очень нравится, ну, просто замечательная. И сейчас в феврале и скидочка хорошая, 15%. Ну, то есть рекомендую, прям искренне, от всей души рекомендую. Пользуйтесь. Да, можете зайти... Обращайтесь в директ, да, и более подробно ссылочки там скинем. То есть это очень хорошая штука, да. Все, всего хорошего, да. Ну, вот если говорить там о цене, да, уже, ну вот молочко сейчас, оно так 35 евро, да, ну, 34,78, если вы регистрируетесь в нашем онлайн-магазине, онлайн-магазин «Форум-клуб», это... В общем-то, платформа через рекомендателя, то есть когда у вас вы заходите, получаете через рекомендателя, например, через Елену Рулеву номер, ну, кроме этого магазина всегда есть консультант, хотите, обращайтесь, хотите, сами разбирайтесь, выбор свободно, но когда вы заходите туда, то вы сразу же видите цены на 20% меньше, это всегда приятно. Но вот сейчас еще 15% сделали, и, например, сыворотка получается 29 там, с чем-то евро. Не сыворотка, молочко. Но это реально хватает на полгода. Разделить на 6 месяцев. Что такое 5 евро в месяц для хорошей косметики? Даже если вы возьмете 3-4 продукта, это будет 10-15 евро, в рублях это, ну, можем посчитать, да, умножаем на 70, но сколько вы тратите, сколько женщина тратит вообще денег на косметику? Очень много. Там мы покупаем какую-то непонятную баночку, да, и деньги на ветер, ну вот. Поэтому ну да, считаю, да. Но мне есть с чем сравнивать. Я раньше еще до прихода в Coral Club я была прям таким вот приверженцем косметики Нивея. Но, может быть, потому что она производится в Гамбурге, а Гамбург для меня родной город. И я кроме Нивея ничего не хотела пробовать. Вот, ну, пробовала, конечно. Вот потом как-то, а потом, когда уже в Coral Club пришла, естественно, здесь уже натуральная косметика. И, ну, можно сказать, да, это стопроцентное, можно сказать, что это натуральное. Меня очень такой факт, вот сейчас буквально вот минуточку, очень, ну, как впечатлил. У нас члены нашего клуба давно просили декоративную косметику. Тушь, крема, тушь, там, подводки для глаз, там, ну, все вот это вот, да. И, в общем-то, наш директор департамента по продуктовой политике, он нам обещал,
декоративную косметику, но через какое-то время, промониторив практически весь мировой рынок, а ему можно верить, он сказал, что на сегодняшний день декоративная косметика из натуральных средств не производится. Технически, технологично это нереально. Вот. Поэтому, ну а позиция нашей компании, мы себя как позиционируем, что все-таки у нас все натуральное. Вот. Поэтому после таких вот слов и после такого этого, что на самом деле у нас бы не выпускали такие крема, если бы они были не натуральные. Да. Угу. Косметологи, которые вот они смотрели, которые действительно разбираются в составах, и те, кто профессионально занимается косметологией, сказали, что прекрасный состав, прекрасная косметика на большом высоком уровне и действительно не вредящая, а ухаживающая. И действительно, с помощью нее можно отодвинуть старость, уколы, ботокс, всякую вот это вот. Да, поэтому вообще супернатуральная косметика не всегда очень подходит для нашей кожи. Но об этом я говорила, уже у нас есть другие видео на эту тему на наших YouTube-каналах. Можете, кому интересно, мы скинем ссылочки, поглядите. Вот, так что все на сегодня, да? Спасибо. Ну да, мама. Так что для всех, да, бабушек, таким бабушкам, как я, тоже она очень подходит. Чтобы быть такой бабушкой. Ну, конечно, конечно. Я тут шучу и говорю, мне все-таки 7-10 лет. Ну, там... Не, ну это на самом деле так. Ладно, давайте всего хорошего, пока-пока. Спасибо большое, всегда приятно, когда... да, не только сам, но и твоя мама, твои родители тоже хорошо, есть возможность хорошо выглядеть, себя чувствовать. Хочу что в конце сказать нашего эфира, потому что о косметике можно говорить много. Действительно, косметика бывает разная, рынок огромный. Да, включаем голову, смотрим состав, кто понимает. Мы поделились тем, чем мы пользуемся. Мы рассказали, почему. Вообще мы пользуемся в первую очередь, конечно, продуктами для внутреннего восстановления организма. Это живая вода, очищение, питание, та же сера, цинк, коллагеновые коктейли у нас есть. То есть я думаю, что без того, что я действительно для своего внутреннего состояния делаю, косметика... Ну, постольку, поскольку. Но когда мы еще к этому комплексно подключаем хорошую косметику, то ну, уже сотни людей, вот вокруг уже сотни людей, сегодня всего вот нас трое, четверо должно было быть, ничего, рассказали немножко, что это такое. Вот. И являясь уже, ну, мы работаем с большим количеством людей, поэтому мы можем уже сказать, да, это классная косметика, да, она высокопрофессиональная, да, она не очень дорогая, она доступна все равно по карману, и она не приводит к тем каким-то аллергическим реакциям, как какая-то обычная косметика, которую мы можем купить в обыкновенном магазине. То есть смотрите, как, чтобы эта косметика была действительно очень позитивная. Вот. Ну и вообще скоро 8 марта. Вот такую вот красивую штучку подарить маме, бабушке, себе, сестре, да, может быть, дочке. Это очень-очень приятно. Вот увидите, насколько будут довольны. Пусть это будет даже один крем. Вот, я была всех очень рада видеть. Я смотрю, что к нам еще присоединились. Вы уже смотрите на моем аккаунте объявление.